Всем привет! И я вас приветствую на канале Али Баба, Али Дед. Ну, посмотрим сегодня опять новые покупочки, новую бижутерию. Сегодня у нас такой день колечный. Не знаю, если можно так сказать. Сегодня у нас кольца. Ну, давайте начнем. Давайте начнем с этого беленького колечка. Вот такое интересное колечко. Оно меня очень привлекло на фотографии. Очень интересное. Вот каждый шарик, это к нему идет трубочка. И вот оно такое пышненькое. Интересное. Очень интересное колечко. Мне оно понравилось. Цена его 1 евро 14 центов. Оно очень интересное. Я не знаю, как вам показать эти трубочки в кольце. Но смотрится оно изумительно. Вот такое колечко. Сейчас одену на пальчик. Как оно смотрится на пальчике? Меня оно привлекло именно вот тем, что оно такое необычное. Красивое кольцо. Рекомендую. Так, идем дальше. Тут у меня не одно, тут три кольца. Ну, сначала посмотрим так. Колечки с кубическим цирконием. Циркони закреплены канальной закрепкой. Два колечка розовых, брала разные размеры. Почему взяла три штуки сразу? Потому что я их покупала, девочки, по цене 50 центов. На них была акция. И каждое колечко стоило 50 центов. Взяла сразу три штучки разных размеров. Кому-то подарить. Ну, не хочет камера показывать, вы поймете, колечки. Так вот. Взяла два розовеньких, один беленький, с беленьким камешком. Два под золото, а одно под серебряное покрытие. Ну, посмотрим поближе. Сейчас эти колечки, естественно, цена поднялась. Сейчас они стоят 1 евро 22 цента. Не хочет фокусироваться кольцо. Так выглядит сбоку. Очень такое ажурненькое около камня. Как мне показать, чтобы не фокусировалось на ногтях? Да, трудно показать. Вот эту ажурность очень плохо видно. Но колечко правда красивое. Пройдете по ссылочке, увидите. Оно точно такое, как на фотографии. Конечно, за 50 центов это, ну, изумительная цена. Кому-то подарить. Беленький кристаллик очень сверкающий. Розовенький, ну, не так сильно сверкает. Розовый камень помутнее, но беленький вообще, ну, вы видите. Вот такие три колечка. Опять напоминаю, девочки, участники групп наших, все ссылочки, которые я выставляю ссылочки акционных товаров. Вот.
Естественно, пока они до меня доходят, пока я делаю обзор, они становятся дороже. Так, третий товар. Вот такое колечко. Девочки, не подумайте, кто видел предыдущий обзор. Это не то кольцо, которое пришло мне разбитым. Это другое колечко. Оно по размеру более меньше, маленькое. Ну, хотя я вам даже могу показать то кольцо. Валяется у меня тут неприкаянное. Так, вот это было то кольцо разбитое. Да, а это вот другое. Милое колечко, тоже кубический циркончик, голубого такого лазурного цвета. Очень красивенькое колечко. Так. Камешки открытые. Колечко замечательное. Сейчас его цена 1 евро 67 центов. И белые стразики сверкают, циркончики. И сам большой камень очень красивый. Так. Ну и переходим к нашему уже узнаваемому магазину Ксюпинг. Пришло два кольца. Ну, давайте мы на них посмотрим. Пришли вот в таких коробочках колечки. Если гарнитурчики приходили в розовеньких, таких побольше, колечки приходят вот в таких беленьких коробочках. Ну и первое колечко. Вот такое колечко с розовым камнем. В описании написано, что это ледяной камень. Я, девочки, с ним, честно, не знакома. Так, и это колечко, ну, не знаю, оно милое, да, оно симпатичное, ну, какой-то такой, ну, неоднозначное у меня к нему отношение. Нет, ну, вот смотрю через камеру, да, красиво смотрится. Или ожидала что-то немножко другое. Ну, в общем, колечко неплохое. Даже этот камень, вы знаете, я пригляделась, оно имеет ограночку. Такую легкую-легкую, но ограночку. Вот. Такое милое воздушное колечко. Сейчас одену на пальчик. Такое маленькое колечко. А, ну сейчас я, наверное, понимаю, что меня мучает вот какие-то сомнения с этим колечком. Я ожидала, что оно будет чуть покрупнее. Что этот камень будет чуть-чуть покрупнее. Ну, колечко неплохое, миленькое. Для меня как-то, не знаю, мне кажется, мелковато. Ничего, можно будет подарить кому-то. Так, цена этого колечка сейчас 1 евро 97 центов. Так. Перейдем к другому колечку. И тут у нас вот такое замечательное кольцо с зеленым камнем. Но это колечко мне очень понравилось. Очень красивое кольцо. Циркончики сверкают и сияют. Зеленый камень гладкий. Как же мне вам показать? Так. Такое красивое кольцо. Сейчас я его одену на пальчик, покажу. Вот этим колечком я реально довольна. Замечательно. Очень хорошо смотрится на пальчике. Качество. Ну, о качестве даже нет смысла говорить. Все изделия из этого магазина очень хорошего качества. На этом даже можно не останавливаться. Девочки, кольцо замечательное. Не могу на него налюбоваться. Колечко очень рекомендую. И размер такой небольшой, не маленький, очень подходящий.
Так, ну и как всегда, подарок от этого магазина. Так, я его положила в другую коробочку. Подарочек пришел в мешочке из органзы. В подарок был вот такой бумажный мешочек. Ну и сейчас посмотрим подарочек. Девочки, наберите воздуха. Вот пришли такие сережечки. Если вы думаете, что вот это позолоченное, это все сережки, нет, девочки. Это застежки сережек. Видите, какого размера застежки? И вот какие малепусенькие сережечки. Даже не знаю, как мне вам их показать. Мне их в руках даже трудно держать. Так, давайте как-то боком, может быть. Вот такие малепусечки. Ну, о взрослых ушках тут даже и говорить нечего. Я даже не представляю, если годовалому ребенку, маленькой внучечке, если мама проколет ушки, не потеряются они в ушках. Но кристаллик, конечно, очень изумительный, очень красивый, прям сверкающий. Ну, а, девчата, даже невозможно их показать вам. Ну, вот такие малепусечки. Это тень отдает от них. Такие сережечки. Да, кристаллик изумительный. Ну, такие маленькие. Ну вот, девчат, на этом сегодня все. На этой приятной ноте. Такие у нас товары. Подписывайтесь на наш канал, если наши видео вам нравятся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Особо очень рада, когда вы пишете. Я стараюсь всем отвечать. Делитесь своим мнением, что вам понравилось, что не понравилось. Может, я что-то не так назвала. Говорите, пишите. Буду рада все это прочитать, вам ответить. Подписывайтесь на группы в Facebook и ВК. Не забываем про конкурс. Напоминание я опять же оставлю наверху. Заходите, оставляйте комментарии. Ну а пока, девочки, до новых встреч. Пока-пока.